Успешные ходовые испытания двух патрульных катеров береговой охраны прошли в Одессе. Техника передана военно-морским силам Украины Соединенными Штатами Америки в рамках программы военного сотрудничества. Два катера типа «Айленд» получили название «Старобельск» и «Славянск». На ходовых испытаниях в открытом море проверялась работа всех механизмов и систем. На борту одного из катеров работу экипажа контролировали американские специалисты и заместитель командующего военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Нейшпапа. Прошедшее испытание первым катер «Старобельск» показал максимальную скорость 28 узлов или примерно 51 км в час. «Славянск» разогнался до 27 узлов.